Изменения в расписании пригородных электричек. С 29 по 4 апреля в связи с распространением коронавируса составы будут ходить по расписанию выходного дня. Пассажиров просят сверять актуальное расписание на сайте Волго-Вятской пассажирской пригородной компании. Напомним, общественный транспорт в области до 3 апреля также работает по расписанию выходного дня. А действие льготных электронных проездных временно приостановлено. Алена Зеленкова, Время новостей.